Поэты про это спектакль, который исследует природу таланта. Пытается определить, что является толчком для написания стихотворений, картин, музыки. В этом помогают разобраться зрителям не только профессиональные актеры разных петрозаводских театров, но и поэт Даниил Каширин, который только начинает свой путь в качестве актера. Сильные и интересные партнеры. Очень интересно, прекрасные эмоции постоянно испытываю на репетициях, как дома. Семейная обстановка. Если бы не ребята, то никак бы у меня эта роль вообще не удалась. Идея создать поэтический спектакль, который будет состоять не только из классических, но и современных произведений, пришла во время подготовки будущих актеров в вузы. Большой объем стихотворений с каждым днем все больше обретал завязку, сюжет, структуру. Все это впоследствии и вылилось в режиссерский дебют актрисы Валерии Ломакиной. Сейчас, когда уже какая-то масса критическая набралась внутренних протестов, несогласия или любви наоборот, и уже захотелось просто выдать это вот в виде спектакля, в виде какой-то мощной работы, которая обо мне бы самой говорила и о людях, которых я знаю. Спектакль независимый. Многое было сделано за собственные деньги. Также поддержку оказывают зрители, которые покупают фирменную продукцию и билеты посредством краудфандинга. Следующие показы состоятся 13 и 20 мая. Марат Дожидаев, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.